Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы находимся в здании Третьяковской галереи на Крымском валу. И сегодня начинаем новую серию выпусков передачи «Хранители памяти» с временной выставки «Васнецовы. Связь поколений» из 19 в 21 век. Очень большая, как вы видите, она занимает 3 яруса выставочного зала, помещение новой Третьяковки. Готовилась она достаточно долго. Она посвящена 175-летию со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова. И этот юбилей мы решили отметить таким образом, рассказав о творчестве всей этой очень интересной творческой династии Васнецовых. Но кроме юбилея 175-летия Виктора Михайловича Васнецова, в этом году мы еще отмечаем столетие со дня рождения внука художника Андрея Владимировича Васнецова, и его работы представлены на этой выставке. Из этого мы можем говорить о концепции выставки. Здесь мы рассматриваем творчество 3 выдающихся художников русских. Это Виктор Михайлович, как я уже сказала, Андрей Владимирович и Аполлинарий Михайлович Васнецов, младший брат Виктора Михайловича. Все эти художники были новаторами, первопроходцами. Все они очень большую роль сыграли в истории нашего русского искусства. Вот, допустим, Виктор Михайлович Васнецов, как мы знаем, он открывает новую совершенно линию в русском искусстве фольклорно-эпического характера. Он использует сюжеты из русского эпоса и фольклора и создает свою совершенно новую линию в искусстве. Его брат Аполлинарий Михайлович пишет картины, их достаточно много, делая в них реконструкцию старой древней Москвы. Мы часть этих картин показываем на выставке. Ну, а Андрей Васнецов, он является одним из основоположников направления в советском искусстве так называемого сурового стиля. Вот все выдающиеся значимые произведения мы показываем здесь на этой выставке. Виктор Михайлович, я думаю, достаточно хорошо известен нашему зрителю и детям, и взрослым, и любому возрасту, да, и многие его вещи, они просто на слуху. Это, конечно, знаменитые «Богатыри», «Аленушка» Виктора Михайловича Васнецова. Эту картину знают все. Ну, конечно же, наверное, многие видели его росписи к Владимирскому собору, то есть картоны, которые он создавал. И если уж говорить о том, что нового увидят зрители из творчества Виктора Михайловича Васнецова, то здесь, в этой экспозиции, мы показываем 3 произведения из его последней серии фольклорных работ, поэмы «Семи сказок». Вы здесь увидите «Царевну Несмеяну», картину «Баба Яга» и «Царевна лягушка», которые были написаны уже в послереволюционные годы, то есть он заканчивал эти произведения, в которых он свои переживания о этих событиях, которые его ужаснули, которые его разочаровали, и которые он был вынужден высказать в своем творчестве, о своем отношении через эти сказочные образы, мы показываем здесь, в этой экспозиции. А так, в принципе, всегда они экспонировались в доме Васнецова, в мемориальном доме музея, дом, который был построен в 1994 году. Сейчас этот музей принадлежит, входит в частью в Третьяковскую галерею. Впервые они показаны на выставке. Творчество Аполлинария представлено большими, монументальными пейзажными произведениями, где он размышляет о связи человека и Всевышнего, о судьбе человека, о бренности этой жизни и ставит очень серьезные философские вопросы. Ну, а другая часть произведения, как я уже вам сказала, посвящены картинам, где он восторгается архитектурой древней Москвы, уходит в глубину Средневековья, в основном это Москва XVII века, и создает издает свои реконструкции. Ну, а Андрей – это, пожалуй, одна из первых выставок таких больших, можно сказать, даже персональных. Мы его прекрасно знаем как художника монументального искусства. Люди, которые, москвичи, тем более, знают прекрасно, как украшен кинотеатр «Октябрь», вот этот мозаичный фриз. Это дело рук Андрея Васнецова. Знаменитые фонари на Абхатии, которые являются визитной карточкой, это тоже его проект. И многое другое в Москве он оформлял, делал, получал за это премии, в частности, государственные премии. То есть он был известен как мастер монументального искусства. Здесь же мы показываем его станковые произведения. Пространство зала с антресолью посвящено работе Виктора Михайловича Васнецова над росписями Владимирского собора в Киеве, над оформлением которого он трудился 10 лет. Храм, который был посвящен святому князю Владимиру, принявшего крещение на Руси, ну, после, естественно, своей бабки, княгини Ольги. Вот ее внук, это уже известный факт, принимает крещение в Купеле, в Иордане, в Херсонесе, да, и отсюда Русь становится православной. И вот в честь юбилея, 900-летия крещения Руси, была задумана вот эта история со строительством этого храма, которую весьма серьезно поддерживал митрополит Киевский Филарет Амфитеатров. Вот строился этот храм около 40 лет. И когда он был воздвигнут, то возникла мысль уже как-то иначе оформить, нежели так, как тогда на Руси, вернее, в России оформляли в храмы. В основном художники академической школы расписывали в академической манере библейские сюжеты. И вот руководил этим процессом художественным профессор Санкт-Петербургской академии художеств Адриан Викторович Прахов. Прахов был знаком с художниками Абрамцевского кружка, очень часто приезжал в Абрамцево и общался с ними, и у него появилась мысль привлечь к этой работе именно художников профессиональных, живописцев, которых он хорошо знал, и точку зрения которых разделял полностью. А самое главное для них было тогда как бы вот мировоззренческой такой константой – это образцы красоты и добра. Вот он и обращался к художникам, а он предлагал эту работу провести не только Васнецов. Васнецов оказался единственный, который взялся за это дело, но и Василия Дмитриевича Поленова, и Сурикова, он к нему тоже обращался, но все они отказали, они не взялись за это дело. Васнецов, посомневавшись, решил, что это дело его долго, чести, потому что он считал, Виктор Михайлович Васнецов, это мы находим в его записях, он крайне редко оставлял свои какие-то замечания и рассуждения на бумаге, но тем не менее об этом мы узнаем в одном из его писем. Он считал, что долг, и это равносильно подвигу, этот подвиг растягивается на энное количество времени, да, и тем не менее вот таким образом он свое служение как бы продолжает, да, и вот это действительно подвиг. И он взялся за эту работу, и в течение 10 лет он работал во Владимирском соборе. Ну, конечно, помогали, приехали и другие художники приглашенные, это Катарбинские, Сведомские братья, и потом и Михаил Васильевич Нестеров. И поэтому стиль, который создает в конечном итоге Васнецов, оформляет, мы его называем Васнецово-Нестеровский, потому что они настолько слились и поняли друг друга, и реализовали свои впечатления о вере тех людей, которые стояли за их плечами, оно все отразилось на стенах этого храма. То есть это большая длительная работа. Дорогие телезрители, мы еще продолжим рассказ с масштабной выставки, где представлены произведения Васнецовых. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго! До новых встреч!